Англичка, ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать во вторую часть «Угадай ютубера по голосу в Майнкрафт». Буквально несколько дней назад я прошел только первую, а создательница карты решила выпустить уже вторую, поэтому все вы огромные молодцы, потому что все вы заспамили мне все комментарии, которые только возможны, мол, Эдисон, вышла вторая часть, и ты должен выполнить то, что ты обещал в первой части. А что я обещал в первой части? А чё моего голоса не было здесь? Короче, создательница карты, если ты в следующей части этой карты запихнешь мой голос вот сюда, я тебе подарю букетик ромашек. А, ну да. Ну то есть это, ну, хорошо. Давайте мы сначала пройдем, а потом посмотрим. И да, короче, я, ты же знаешь, что я никогда не прошу лайк. Ну все же, если тебе нравится прохождение карт на моем канале и ты хочешь видеть больше подобного, ну влепи ты этот лайкусик несчастный, ну что ж тебе так сложно. Вывод информации в чат. Карта сделана за 2 дня. Но я говорю то, что я не успел пройти даже первую часть, она уже выпустила вторую. В игре 30 раундов, то есть на 5 раундов больше, чем было в первой карте. В каждом раунде 3 ответа. На 10, 20, 25 уровне чекпоинты. Это хорошо, потому что в первой карте такого не было. Примечание. Последние 10 уровней будут особенно сложные. Та ща посмотрим. Таля, ты что, реально думаешь, что что-то будет сложное? Удачной игры. Первый уровень. О, господи. Так, ладно. Пахалин, Аид и Слай. Всем привет, ребята. Сложно, да здесь пока что ничего сложного. Второй уровень, это... О, господи, помилуй. Так, Неркин, Гробница Ра и... Неважно. Всем привет, друзья, с вами... И сегодня я вам покажу механизм, новый механизм. Я знаю то, что Гробница Ра записывает всякие механизмы, поэтому это 100% он. Да! Дальше, Савергон, Флоппи, Крейзи Мегахейл. Крейзи Мегахейл? А, ну он же вроде тоже когда-то записал Майнкрафт. Да, ребята, всем привет! И сегодня мы вместе... Извините, пожалуйста, но у этого человека такой голос, как будто он меня сейчас изнасилует. Да, ребята, всем привет! И сегодня ну, мы... Ну, вместе... это вот этот Флопик. Ладно, супер, ехал лазуритный гном и Семченко. Всем привет, с вами... Я сейчас пройду всю эту карту буквально за 2 минуты. Евгеха, естественно. Дальше это у нас Крейг, Дэн Шмальц и Поззи. Ну, сейчас будет, если Поззи... С вами снова, как всегда, добро пожаловать... Да, как всегда, позитифон. Ну, слушай, пока что ничего сложного здесь нет. Но, учитывая, что здесь 30 раундов, мы пока что только на 6-м. Но мы просто разогнались очень быстро. Ялыч, Рав и Тумка. Всем привет, ребят, с вами... Добро пожаловать на карту, в которой... Ну там прям звучит... Всем привет, ребят, с вами снова... Всем привет, ребят, с вами... Там... Добро пожаловать на карту, в которой... Да, да. Опа-ля! А кто это тут такой? Эдисон, ну ладно, хорошо. Как елишки, ребятишки, с вами снова... Добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня... Я попал. Я же обещал ромашки подарить ей, если она вставит мой голос в карту. Так... Я слова на ветер не бросаю, но я связался с создательницей карты, и она сказала то, что она живет в Казахстане. А из Португалии ромашки в Казахстан вряд ли смогут доехать, не завявшими. Поэтому давайте мы по-другому отблагодарим создательницу этой карты. Напишем в комменты то, что она огромный молодец, потому что она реально создала офигенную карту, которую сейчас проходят все ютуберы поголовно. А я как бы обещал то, что я подарю тебе ромашки. Ну, давай сделаем так. Если мы с тобой встретимся когда-то на каком-то там мероприятии, если ты приедешь из Казахстана, на Витфест, ВК-фест, Игромир, неважно. Если мы с тобой встретимся, то я буду должен тебе... Ну, про совместную фоточку как бы даже речи быть не может. Там это сразу же. Я проставлюсь тебе или кофе, или чай, или газировку. В принципе, все, что ты любишь, неважно. Договорились? Ну, естественно, если я там где-то рядом найду букет ромашек, обязательно он будет твой. Как делишки, ребятишки, с вами снова. Добро пожаловать. Здорово! Приятно. Флэг Джекей, Мазяка и Фрост. Всем привет, ребят. Добро пожаловать на новую серию. Мазяка? Да, 9-й! Так, еще один раунд, и у нас будет чекпоинт. Пожалуйста, не хочу возвращаться на первый раунд. Доброго времени суток, мои дорогие зрители, с вами... Да фиг его знает. Доброго времени суток, мои дорогие зрители, с вами... Томас?
Это Леголас был, я знал то, что это не Хелд. Ладно, 10 уровень, хорошо. У нас здесь лагерь, канал Кота и Неркин. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут... Неркин, это точно Неркин. Да, это Неркин, так, чекпоинт мы прошли. Данкар, Юзя и Ярик Лапа. Замечательный и прекрасный, меня зовут... Юзя? Ладно, это Данкар. Дальше. Рейди, Зазетка, Lucky First. Всем привет, ребята, меня зовут... Да, фиг его знает, да! Вы уже поняли, мы вместе с вами поиграем... Зазетка? Да, ну, чисто рандом, чисто рандом. Артур, Медвежонок, Зога. Всем привет, ребят, семья... Ну, это Артур, мне кажется. Чисто рандом, я не знаю, как его голос звучит. Просто приветствие какое-то. Артурское. Петро, Уча, Безобразие. Здорово, ютубище, это очередная серия. Ну там, знаешь, прям так звучит. Типа, он под рэпера, да, Костя? Здорово, ютубище, с вами снова Безобразие. Угадал? Естественно, изи. Агера. Ну, у Агеры голос бабы, да? Поэтому, если что, мы сразу поймем, то что это Агера. Всем хулиганам здравствуйте, сегодня мы вместе с вами будем... Йо-йо-йо, рэперы, подождите, я не ожидал такого начала. Все хулиганы. И сегодня мы вместе с вами будем. Давай начнем с того, что я не хулиган, и ты, скорее всего, тоже. Всем хулиганам здравствуйте, с вами я. И сегодня мы вместе с вами будем. Я не знаю, кто из них здесь может быть хулиганом, мне кажется, Агера только уже вот сейчас, да? Неверно. Но тогда я не знаю, кто там хулиган. Это Домер Гриф, ну типа он грифер, да, поэтому он должен быть хулиганом, если следовать логике, да? Так, у нас здесь канал Рават, Деншмальц и Клаундер. Я у здорового народца, и как всегда я. Это Клаундер, я помню его голос предыдущей серии. Фюшка, Хелд и Клаундер. Всем здорова, родцы. Приветствую нас, коварсики. Ну это Фюшка, я знаю, как звучит Хелд, я знаю, как звучит Клаундер, это Фюшка. Так, еще один раунд, и у нас будет чекпоинт. Вот это простенький раунд. Доброе время суток, уважаемые зрители. Это лазуритный гном. Дениска. Так, это у нас Уча, Пахалин, Мистик. У нас чекпоинт, да? Всем привет, ребята. Это Пахалин. Сегодня... Так, у нас еще осталось 9 уровней. Lucky First, канал Кота и... Эй, йо, всем, с вами... Если вы меня давно смотрите, то вы знаете, что... Да я откуда знаю? Да, угадал! Хей, Эмиральд, The Alex Super и Террасер. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут. Ну, этот... И сегодня мы с подписчиками продолжаем. Алекс Супер? Да не дрить колотить. Ну что ж ты ж... Ну точно не Террасер, поэтому Хей, Эмиральд. Да! Так! И всем привет, с вами я. Сегодня мы поиграем... Здорово, Агера, здорово, давно с тобой не виделись, ну точно не вот это пописяка и точно не ложка. И всем привет, с вами я. Ну это девушка, которая была с первого ролика, это та Диана Найкова, да? Ага. Ну кто смотрел предыдущую серию, тот огромный молодец, кто не смотрел, прям сейчас одной подсказочка, посмотри ее обязательно, потом возвращайся сюда. Так. Добрый вечер, уважаемые господа, дамы, зрители и подписчики канала. Семченко! Да, так, а у нас чекпоинт, все хорошо, замечательно. Всем привет, с вами. И сегодня мы будем рассматривать мод под названием... Это Рома! Рома вроде рассматривал мод, это его голос, только я не знаю, лет 5-6 назад. Всем привет, с вами. И сегодня мы будем рассматривать мод под это названием... Это Рома! Это Рома, любименький, это Рома был. Так, дальше. Всем привет, с вами... Сегодня поиграем Майнкрафт на версии 1.6.2. Это Мистик только с самым плохим микрофоном на этой планете? Нет, не угадал. Ну тогда это Валрус? Да в смысле? Это Крейзи Мега... Всем привет, с вами... Да ладно! Ну это сколько лет назад было? Ладно. Петро! Петро! Агера и Зога. Всем здорова, с вами я... И сегодня мы поиграем с вами на Hunger Games, на Кристалликсе. Господи, боже мой, что это за... Ну, Hunger Games, мне кажется, Зога, поэтому... Да, угадал! 2 уровня! Как сказала создательница карты, это слишком сложный уровень, У меня стоит. У него стоит.
стоит, мне кажется, здесь только у Террасера. Хотя у Демастера тоже неплохо стоит, но Террасер. Да. И последние два уровня. Всем доброго времени суток. Да Демастер, только много лет назад. И последний. Ля, кто это здесь у нас такой? Фирамир Рейди, канал Кота. Да, прищ вечерочек, дорогой друг, с тобой снова я. Мы справились. Угу, здесь какая-то книжечка, давайте мы ее прочитаем. Здесь у нас вернутся, ага, в лобби, хорошо. С победой! Спасибо большое, спасибо за прохождение, записали ролик по карте, мне вдвойне приятно. Ее ВК, Инстаграм, если хотите, можете проверить, сказать ей спасибо. Особую благодарность всем, кто записал по первой карте ролики, а именно Зога, Демастер, Эдисон, Зет, Каид, Пози, Данкар и Воки. Угу. С Эдисона букет ромашек он обещал... Да все будет, но я обещал, я уже говорил, то, что я слова на ветер не бросаю. Ну ты хочешь, я реально могу просто завтра пойти в цветочный магазин, купить ромашек, запаковать какую-то посылку и отправить тебе в Казахстан. Адрес мне тогда напиши, вообще без проблем. Напиши в комментах, пожалуйста, спасибо создательнице карты. Я буду очень сильно рад. Ты можешь сделать еще одну новую карту, я не знаю, третью часть с ютуберами. Можешь ставить те голоса, которые ты еще не вставляла. Или же можешь сделать, как тебе такая идея, угадай ютубера по лицу. Типа, мне кажется, многие не знают, как выглядят ютуберы. Угадай ютубера по части тела. То есть фоточки, где глаз только одного ютубера. Допустим, мой правый глаз и там пирсинг. Но мне кажется, многие поймут то, что это я. Короче, идей много, и все в твоих руках. Ты знаешь, все в твоих руках. Все в твоих руках. Ты знаешь, все в твоих руках. Ребятки, спасибо вам огромное за просмотр, это реально, ну офигенные карты, ну я сижу просто с улыбкой на протяжении 15 минут и просто улыбаюсь. Спасибо тебе огромнейшее за просмотр, ставь лайкусик на этот ролик, если он тебе понравился, и обязательно подписывайся на канал и нажимай колокольце, если не хочешь пропускать новые серии. Напиши в комментах, хочешь ты больше прохождения карт, я тебе скажу огромнейшее спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Будут ромашки! Все будет! Я обещал, будет! Все! Не доставайте! Будет!